Эти гаджеты должны быть в каждом современном доме, и про них сейчас я вам и расскажу. Всем привет! Есть у меня некоторое количество устройств, которыми я пользуюсь в доме, и они мне очень помогают. В этом ролике я с вами ими и поделюсь. И еще я добавил несколько тех устройств, которые, как мне кажется, тоже будут очень кстати в доме либо на даче. Все ссылки будут в описании, если вас что-то заинтересует. Если ролик понравился, ставьте лайк и пишите комментарий, как вам товары. Приятного просмотра! И первым товаром у нас будет современная метеостанция для дома с выносным датчиком. Обеспечивает измерение таких важных метеопараметров, как величина атмосферного давления, температура и относительная влажность воздуха, как в доме, так и на улице. И еще уровень комфорта в помещении. Предупреждает об экстремальных температурах и обледенении. Есть фазы луны, восход и закат солнца, а также часы, календарь и будильник с повтором. Предусмотрена возможность подключения до 8 внешних беспроводных термогигродатчиков. Встроенная функция тревожных оповещений предупредит вас о выходе измеряемых параметров за указанные пределы. Цветной дисплей с яркой LED-подсветкой имеет широкий угол обзора и высокий контраст в любое время суток. Современный лаконичный дизайн и широчайший спектр функций позволит с равным успехом использовать эту метеостанцию как в квартире, так и на приусадебных участках. Я уже около года пользуюсь такой метеостанцией у себя в квартире, и гаджет действительно полезный. Озоновый очиститель воздуха. Благодаря озоновой ионизации вы можете уничтожить бактерии, вирусы и убрать неприятный запах. Такой воздух очень полезен для здоровья, и при этом озон в 50 раз сильнее и быстрее дезинфицирует воздух, чем хлор. Действует озон как окислитель, и кроме дезинфекции он также улучшает обмен веществ и питание тканей и стимулирует иммунную систему организма. Предусмотрено два режима – циркуляции и очистки. С этим прибором вы можете увеличить срок свежести фруктов и овощей, так как ионизатор убирает бактерии и грибки, продезинфицировать мясо и яйца путем уничтожения болезнетворных микроорганизмов, продезинфицировать тарелки, ложки, вилки и другую посуду в доме, убрать неприятный запах в доме, сигаретный дым, затхлость и запахи животных, озонировать питьевую воду, а также еще очень много разного и полезного. Держатель-органайзер для щеток и швабр. Это многофункциональное приспособление, которое пригодится в каждом доме. Модель оснащена тремя роликами для швабры и щеток на длинных ручках, а также четырьмя крючками для различных мелочей, ёршиков, ключей и инструментов. Благодаря продуманной конструкции подставка занимает минимум пространства и способна компактно расположиться в кладовке, санузле, кухне или техническом помещении, тем самым позволяя сэкономить свободное место и хранить инструменты для уборки вместе. Органайзер выполнен из прочного пластика высокого качества. В комплекте поставляется три шурупа для надежной фиксации изделия к вертикальной поверхности, стене, двери и так далее. Система видеонаблюдения ZOSI 8SH. Если у вас стоит задача оперативно организовать видеонаблюдение в частном доме, на даче, на строительном объекте, то эта система именно для вас. Это готовый уличный комплект видеонаблюдения с четырьмя камерами в комплекте. Имеет идеальное дистанционное управление всей системой, в которую входят 4 камеры и 4-канальный сетевой видеорегистратор. Этот комплект предназначен для самостоятельной установки и не требует каких-то либо специальных знаний или навыков для установки или настройки. Достаточно будет только подсоединить камеры к электрическим розеткам, а к видеорегистратору подключить монитор или телевизор, и вы увидите картинку от камер на мониторе. Останется только установить камеры в тех местах, где вам необходимо. Видеорегистратор, который идет в комплекте, поддерживает один жесткий диск с максимальным объемом до 6 терабайт для записи видео с камер видеонаблюдения. Также на задней панели расположены VGA и HDMI выходы для подключения компьютерного монитора или телевизора. Также есть USB разъем для подключения мышки или для резервного копирования, а также порт для подключения видеорегистратора к интернету. А если вам такая система видеонаблюдения не подходит и нужно что-то попроще, то вот смотрите, беспроводная камера с солнечной батареей совмещает два источника питания, традиционный аккумулятор и солнечную батарею. IP-камера сконструирована так, чтобы работать даже в самых строгих условиях окружающей среды. Корпус выполнен из металла, что делает ее совершенной для уличной установки.
поддерживает удаленный мониторинг, запись аудио и воспроизведение вашего голоса напрямую из любого места, где бы вы ни находились со своего смартфона, ноутбука или ПК. Регулировка гарантирует четкие изображения день или ночь и позволяет регулировать для сетей интернета обои на рабочий стол. Инфракрасные светодиоды позволяют просматривать и записывать видео в реальном времени в полной темноте. Пишется все либо на внутреннюю флешку, либо на ПК через Wi-Fi. На Али можно купить как саму камеру, либо полный комплект с солнечной панелью, да еще и по приятным ценам. У этого производителя сейчас большие скидки на свою технику, так что рекомендую зайти и ознакомиться. Уверен, найдете то, что вам нужно. Универсальный точильный станок. Его универсальность и функциональность высоко ценятся не только в любительских, но и в профессиональных кругах. Надежная стационарная конструкция выполнена из прочных и долговечных материалов, а возможность выбора угла заточки создает оптимальные условия для получения наилучших результатов. Достаточно выставить нужный угол при помощи направляющей и выбрать подходящий абразив, чтобы быстро и без усилий добиться бритвенной остроты лезвия. Станок легко собирается и надежно крепится к рабочей поверхности. За устойчивость конструкции отвечают резиновые элементы на подставке и основание с надежной присоской. Подробная инструкция поможет быстро освоить все тонкости заточки ножей и получить настоящее удовольствие от этого процесса. Станок эффективен для заточки ножей разного вида и толщины лезвий, в том числе и зазубренных. При покупке такого станка можно выбрать абразив, который будет поставляться в комплекте, или выбрать отдельно его от станка. Я уже год точу ножи на подобной точилке, и меня все устраивает. Модульная лампа с датчиком движения. Она дает мягкий, теплый, рассеянный свет, ее легко крепить к поверхностям, она автономна и в дополнение к этому оснащена инфракрасным датчиком движения. Последняя конструктивная особенность позволяет светильнику включаться только когда в зоне действия датчика появляется движущийся объект, излучающий инфракрасные волны, то есть тепло. После выхода человека из охранной зоны датчика светильник работает еще какое-то время и отключается, существенно экономя заряд аккумулятора, и, следовательно, светильник не часто будет требовать внимания пользователя к зарядке. Несмотря на небольшую линзу датчика движения, угол его обзора широкий, и с расстояния в пару метров лампа на вас отреагирует включением. Благодаря датчику освещенности включается лампа только в темное время суток или в полумраке. Также большим плюсом является встроенный в нее аккумулятор, который заряжается через microUSB. Причем вам не нужно отсоединять всю лампу полностью, а только блок сбоку, который и служит аккумулятором. Компактный и стильный RGB светильник. Понравится как мамам, так и их малышам. Светильник выполнен в качестве прочного пластика. Он не греется и работает от встроенного аккумулятора. Эти пункты очень важны при выборе безопасного ночника для ребенка. К лампе можно и даже нужно касаться, ведь управление светильником осуществляется именно через касание. На верхушке ночника расположен сенсор, который срабатывает от легкого прикосновения и переключает режимы освещения. Свет мягкий, приятный, не режущий глаз. Уровень яркости регулируется. Помимо обычного режима, есть режимы цветного освещения. Одно короткое касание регулирует яркость белого освещения, переключается по кругу. Два коротких касания переводят ночник в спящий режим, свет выключен. Выход из спящего режима – одно касание. Долгое касание включает режим цветного освещения. В этом режиме цвета плавно меняют друг друга за 10 секунд. Никаких резких переходов. Один цвет будто перетекает в другой. Последовательность смены цветов почти как в радуге. Это красиво и естественно, и не режет глаз. Яркость в цветном режиме не регулируется, доступна только низкая яркость. Это сделано для того, чтобы цветное освещение не раздражало малыша, а успокаивало. Электрический кран-насос для бутилированной воды и не только. Это прекрасное устройство для питьевой воды на вашей кухне или в офисе. Такая электропомпа имеет стильный и лаконичный дизайн, выглядит очень стильно и современно. Чтобы начать пользоваться краном, нужно зарядить батарею при помощи USB разъема, затем надеть помпу на бутыль. Услышав, как сработала защелка, вы можете быть уверены, что помпа закреплена надежно. Красная кнопка на панели помпы служит для подачи воды. Вы можете регулировать ее подачу, нажимая и отпуская. Подача воды происходит через погружной насос. Это намного удобнее, чем стоять и качать воду механической помпой. Вакуумный мешок для хранения вещей – это то, что вам просто необходимо. Вакуумный мешок поможет сэкономить место в вашем шкафу. Благодаря герметичности упаковки вещи, сложенные в пакет, плотно сжимаются, и их объем уменьшается в 50%.
Вакуумный мешок можно использовать и для сезонного хранения одежды. Осенью и зимой он вместит в себя ненужный летний гардероб. Весной и летом в нем удобно разместятся тяжелые зимние вещи. В таком мешке ваша одежда не испачкается, не запылится, а материал пакета будет служить надежной защитой от моли и других насекомых, а также влаги, сырости, плесени, запахов и обесцвечивания. Однорычажный гибкий смеситель для кухни. Актуальная модель, которая прекрасно впишется в любой интерьер и дополнит существующую сантехнику. Благодаря высокому изливу вы без труда вымоете посуду и продукты больших размеров. Пластиковый аэратор насыщает водную струю воздухом, что делает ее мягкой, без брызг, распадающейся при соприкосновении с поверхностью на небольшие капли. Ухаживать за смесителем очень легко. Достаточно регулярно протирать его мягкой губкой с некислотным моющим средством. Смеситель устойчив к налету и ржавчине и не требует частой чистки. Двойная скрытая розетка с алюминиевой панелью. Предназначена для подключения электроприборов к силовой электрической сети. Устанавливается на ровные поверхности: стол, столешницы, напольные покрытия, заливка в бетон, стойки и тому подобное. При помощи розеточного модуля вы сможете разместить розетки таким образом, чтобы при необходимости обеспечить себе быстрый доступ к ним, а в остальное время, чтобы изделия были скрытно и надежно защищены. Для монтажа блоков предусмотрены специальные пластиковые коробки. Они поставляются защитными крышками для удобства. Зарядные устройства сразу для нескольких гаджетов. Это качественное зарядное устройство на 8 портов USB. Можно зарядить любое устройство, которое работает от USB. Ток зарядки от 0,5 до 2,1 ампера обеспечит любые ваши потребности. Устройство оснащено автоматической стабилизацией напряжения и защитой от короткого замыкания. Сетевая вилка европейская для российских розеток. На индикаторе можно легко отслеживать параметры зарядки. Wi-Fi репитер. Это компактный усилитель беспроводного сигнала. Устройство создано для использования совместно с маршрутизатором для обеспечения увеличенной зоны покрытия. Репитер отличается миниатюрными габаритами, что позволяет легко носить его с собой повсюду и брать в поездки, и обеспечивает скорость соединения до 150 Мбит в секунду. Он максимально прост в установке и настройке. Все, что вам нужно, это подключить его к USB разъему, после чего он автоматически синхронизируется и будет готов к работе. Настенный уличный светодиодный светильник на солнечной панели с датчиком движения. Предназначен для уличного наружного освещения стен и подходов к дому, освещения калиток, ворот, гаражных въездов, крыльца дома, садовых дорожек и заборных ограждений на территории вашего загороднего дома или на даче. Может применяться как ночное, автоматически включающееся, отключающееся, дежурное освещение для имитации эффекта присутствия хозяев, в том числе для подсветки периметра территории и самих строений, а также вторых и последующих этажей дома, над окнами, балконами и так далее, что весьма красиво и эффектно. Установка возможна везде, где есть проникновение прямых солнечных лучей для запитки внутреннего аккумулятора светильника. Вот такие гаджеты были у нас сегодня. Уверен, что большинство вам точно пригодится в доме. Что вам понравилось из подборки больше всего, напишите в комментариях, мне очень интересно. Всем спасибо, кто ставит лайки и подписывается на канал. Также обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующую подборку полезных и интересных товаров. Спасибо за просмотр и пока-пока!